А на базе центра «Аванпост» начались соревнования среди юных спасателей со всего Уральского федерального округа. Участие принимают 12 команд, они разместились в палаточном лагере. Причем его обустройство является одним из этапов и тоже оценивается судьями. В первый соревновательный день команды бежали километровый кросс и выполняли творческое задание, пели военно-патриотические песни. А сегодня у ребят начинаются самые важные этапы – полоса препятствий, ликвидация последствий ДТП, демонстрация навыков работы в опасных условиях. Соревнования будут проводиться по многим дисциплинам, включая поисково-спасательные работы, оказание первой помощи, поиск пострадавших и эвакуация. Ну и, соответственно, общие физические дисциплины – это кросс, подтягивание, комплексное силовое упражнение. Соревнования продлятся 4 соревновательных дня. Закрытие будет у нас 2 июля.